Ой. Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть в наш ужасник Evil Whitebeard. Правильно, прочитать по-английски-то. А я английский не знаю. Поэтому вах-вах будет. Whitebeard. Evil White. Не ваш. Кто-то явно хочет отправить меня в больницу. Так. Я прямо-таки пролетел оттуда. В глубинах. Давай. Не хватало еще, чтобы она здесь встала. Так. Ушла. Так, а здесь у нас что? Нас же к этой двери привело изначально. Опа, еще что-то. Дневник Себастьяна Кастеланоса. Март, 2005 год. Плохая новость, у меня новый напарник. Хорошая, Майера сказала да. И даже плохая новость, не катастрофа. Джозеф отличный детектив, и мы с ним прекрасно ладим. Кримсон Сити нужны такие полицейские, как он. И работать вместе с ним честь для меня. Но иногда мне кажется, что мы плывем на лодке с огромной пробойной в днище. На каждое раскрытое нами преступление приходится десяток новых. Только департамент защищает граждан от уголовников, но у меня такое чувство, что последних больше. Опа. Понятненько. Ага, этого у меня максимум вспышки-то. Ну, давай посмотрим. Пока подожди, перед тем, как идти, я так думаю. Так, сюда не войдет. Здесь точно ничего нету. Так, в раковине. Тут должно быть, по идее, по игре ключи тьма, наверное. Я почему-то их пока не нашел. Ладно. Двинули. Может, мне и надо сюда. Важное место, как же. Ну, так, я отключился, ага, посреди комнаты. Нет. Ладно, моя камера. Вы работает. Давно к нам не заходили? Так, что такая, местные жители надеются на лучшее. По словам полиции, отсутствие новых улик свидетельствует о том, что серийный убийца затаился или уехал. Опа. Пришла. Давай. Пойдем, дробовичок прокачаем. Что мне там на него надо-то? Много вроде. 15 тысяч какую-то там полную деталь надо было. А мне пока 4800. Так, скорострельность. 16 тысяч, да, емкость магазина. Хотя бы так. Практически попадание. Сколько? Тоже 4 тысячи надо было. Да. Внешний патрон в обои не помешает никогда. Вот так. Извини, дорогуша. Мне пора.
у меня навряд ли есть. Итак. Тихо. Вот так, я не буду с вами церемониться. Опа. Поджечь тогда. Вот поиметь бы с тебя что-нибудь хорошее. Блин. Еще с таким пинком дверь открывал. Ладно. Идем напротив. Так, что мы тут видим? Матрац. Матрац. Кровавый. Так, мы его не можем поджечь, нет? Нет. Правильно идут. В раковине ничего. Под подушкой ничего. Так, ну-ка давай, где там? Вон он. Видели? Я спалил его. Тихо! Блин! Да уйди ты нахрен! Вот так! На! Что, еще один? Нет, так не должно быть. Два слишком много. Так. Ой-ой-ой-ой, мне бы шприцы. Как бы мне по жизни не лишиться. Ой, я чувствую, прям мне надо будет сесть туда. Подождите. Не, а не ломается ничего. Ну-ка еще разок. Так. Или я потом здесь окажусь в этой комнате. Конечно. Так, ладно. Здесь кто-то есть? Подсказка, может, какая-то? Ключ? Давай, выходим. Похоже, мне нужно спуститься. Да. То ли пыль там, то ли чё. Есть что-то? Нет ничего. Здесь? Нет. А, это крыса была, блин. Давай. Что-то смотрю, это... Опа. Да не туда бьешь. Взял.
Ничего нет никаких карт. А, наберем бутылку, где у меня тут? Где-то видел. Не берет. Так, а здесь у нас что? Простой игр, а зажигательный. Вот такой, наверное, простой. Куда нам идти? А, то закрыто. Ни хрена не видно. Да ё-моё. Давай, 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 давай. На. Заперто. Нужна ключ-карточка. Давай. Так. Давай, где ты? На. Вот так вот. Так, блин, зажигаем, зажигаем. Охренеть, он меня подпускал. На, нет. Так, нужна ключ-карточка. Жижу собираем. Ай-яй-яй-яй-яй. Где-то здесь все обитал. Давайте. Ни хрена нету, да, медикаментов в больнице. Как в жизни? Хрен тебе, а не медикамент. О, уже хорошо. Перезарядим, блин, один патрон всего. На. На. Вот так, уже лучше. Так, 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 так. Да, блин. Да. Вот эту падлу, что я бы ее не выискивал. Да. Это не до хрена ли вас развелось-то? Ладно, патрон взял, блин, опять в минус ушел с ними. Ничего не разломается. Кукол. Много кукол что-то в этой в больнице. Детей столько не было, сколько кукол. Давай.
Заряжаем дробовичок. Вот они, медикаменты. Все. Больничная, эта ключ-карта принадлежит работнику больницы. Кажется, на ней кровь владельца. Ага, и вот я здесь не могу. Владельца. Так. Все, здесь я ничего не могу на столе сделать. Ладно, пойдем. Чувствую, что не так просто, да, обратно-то я пойду. Да ешь твою мать-то. Давай. Еще разок. Да. Ты еще исчезать думаешь. Тварь, я на тебя столько патронов перевел. Выхлоп-то хоть от тебя есть? Ага, два раза. Так, ну мне тоже 4000 я насобирал, по крайней мере, можно уже это прокачать немножко. Что у меня там, убойность от дробовика. Здесь кто? Что, прям таки никого. Это за подарочек такой. Так, и здесь у нас. Вот. Нет. Показалось. Так, немножко хаоса в больницу. А, это тот, которого трогать нельзя, кстати. А иначе мы сразу умрем. Вон там. Рейни, какая важная разница-то нету, да? Он нас куда-то ведет. Блин, такой мрачный немножечко эпизодец в этой больнице бегать. А, резко не открываешь, да? Немножко ролика. Контрольная точка. Так, мы бегаем. Ага, стоять. Что это такое? Конечно будешь. Это что-то тут оперируют, что-то делают. Интересно, девки пляшут. Так. Ну и вот, собственно, сама формула этого вируса. Мне вот сюда надо, я так понимаю. Так. Не вижу. Голову, сердце что-то вырывают.
Опа. Красиво. Понятно. Я что-то накосячил, да? Сделал не так, как должно быть. Тут, смотрите, какой-то цветок, какой-то смерди глаз, не знаю. Что должно было быть, я так и не понимаю, конечно. Как бы я не накосячил. Так. Теперь в другую сторону зайдем. Я как понял, мне какую-то мини-историю рассказывать. Слушай. Возвращение сознания подопытного. Симптомы. Острая боль в стволе мозга у точки введения. Затем по мере расширения капилляров, постепенно усиливающееся кровотечение. Со временем деградация эго порождает сильные суицидальные тенденции. Подопытные забывают, кто они, становятся податливыми, словно глина, и их можно превратить в мое подобие. Но не в меня. Что-то не дает мне полностью удержаться внутри. У тебя что там? Хочешь себя бессмертным сделать, свою душу разделить, как в Гарри Поттере, нахрен? Или мозг свой к другому пересадить, или сознание? Я вот знаешь, что думаю? Давай, еще раз шипами. Что не ткни, всегда эффект будет один и тот же. Сюда. Если бы рисунок в рисунках бы, я бы еще что-нибудь разбирался бы. Да. Вот давай-ка посмотрим. Записка из подземного комплекса. Он лжет. И при том собственному сыну, своей плоти и крови. Это возмутительно. Ушла в лучший мир. Что за лицемер, что за тупой святоша? Я знаю правду, я знаю его лучше, чем он сам. Он снова пытается меня наказать. Ему всегда не нравилось, что мы так близки. Ему кажется, что он сможет использовать это против меня. Да за кого он меня принимает? Лаура жива. Короче, хотят что-то, так понимать, что-то типа, ну, Франкенштейн. Должен быть создан, быть какой-то механизм, который черепушку он разрезает, что-то мозг достает. Это что за боль такая? Пытки. Особенно вот это, заметьте. Это пипец. Ну-ка. Вот такой надо значок нажать. Вот он. На. Это ерунда какая-то, или наоборот его не надо было нажимать. Так, ну короче, я всех этих троих приговорил, как я понимаю. Давай. Если я Жувера, да, сделали. Вот и дверь появилась. А, так и должно быть. Типа яма ничина. Кстати, в игру играл. Это, по-моему, самая первая игра у меня была. Там искал маньяка. Маньяком оказался очень интересный персонаж. Это, по-моему, самая первая игра у меня в записи. Плейлист. Ага, я видел тебя. Открываешь, что там никого нету. Или кто-то есть.
Джозеф! Слава богу, ты цел. Что-то мешок там внутри еще был в ванне. Не знаю, кто я, но явно не цел. Ты меня сюда принес? Ага, два раза. А вот это то, о чем говорилось в дневнике. Боже, да? Что случилось? Голова словно... Словно... Ты это слышишь? Нам нужно уходить. Походу дела я идти можешь? С собой таскать буду, да, сейчас. Да, я... Джозеф! Да. Не надо его увести. Я ранен, на помощь! Рано меня списывает со счетов. Пойдем. Надо выбираться, да поживее. Пошли. Опа. Так, шум, например, звук вибрации двери может привлечь внимание врагов. Опа. Подожди. Нифига. Так, понятненько. Ой, мне придется, так я чувствую, от многих отбиваться здесь. Понятно. На! Ой, сжигаю. Это не потребство. Чтоб он у нас, не дай бог, за спиной не встал. Все. Так, это мы сюда потом пойдем. Спокойно. Спокойно. Сейчас потихонечку усмирим сию мадам. Топорик у нее можно взять? Блин. Мы должны свалить отсюда. Это я и так понимаю. Ага, притворялся, смотрите-ка. Еще на людей бросается. Так, ладно. На. Спички так, блин, все израсходую на вас. Вы мне хоть что-то цены дали бы. Ну ладно, по крайней мере.
Если вы со спины не нападете, то уже плюсом не будет. Максимум. Так, что у меня есть? И самое главное, чего у меня нету. Открываем потихонечку. Так. Да стой ты, вот сюда повернись, вот бей. Последняя спичка. Ладно. Посмотрим. Ну, по крайней мере. Ага. Ну-ка. Где ты? Давай-ка лечись. По крайней мере, не будем жалеть то, что мы потратили. Спички на те трупы, которые могли встать. Это, к сожалению, что-то слишком много будет. Так, здесь у нас чего? Ничего. Ладно. Сюда вниз. Вот тут. Пока никого, слава богу. Что это за фильм? Сам начинает. Все сам. Хитро. Зачем ее вообще заминировали? А пройти там мы тут сможем? Отойди. Попробую обезвредить. Давай, пробуй. Ух ты. Давай, чё опять? Ни хрена себе. Что это за звук? Какой-то будто электронный. Во, превращается потихонечку. Насильственно. Что, ты лучше видеть стал? А, нет, смотрите-ка, немножко назад. Перемотался, помолодел, что ли, понять не могу. Джозеф, после случая с Коннелли я подумал... Я не знаю, что на меня нашло. Я плохо себя чувствовал, но... Но... Что оно? Слушай, давай сначала выберемся. Здесь творится какая-то чертовщина. Да. Сейчас вот ты жди. Нападет он на меня сзади или не нападет он? Да дай, стой. И выше. Опа. У меня всего по максимуму, да? Кроме спичек. Давай побыстрее. Так. Это у нас какая?
Вот такая. Так, она живая или что? Вроде как... Кидман! Да. Вытащите меня отсюда! Погоди! Это еще одна ловушка. Смотри. И все к ней идут. Более сложно. Даже не знаю, как тебя спасать. Джозеф, ты в порядке? Да, все нормально. Думаю, тебе лучше спуститься. Держись, я сейчас. Да. Они идут! Я сам с ними не справлюсь. Черт, давай быстрее. Да. Подождите. Сколько тут этих тварей? Да. Так. Подожди. У тебя аптечка есть? У меня-то есть, а у тебя есть аптечка? Какая шустрая баба. Да. Вот так. Сойдет. Берегись, у них динамит. Стоять. Что так дергаться? Ты сам вроде неплохо справился там. Блять. Опять. Где? Так, я должен что-то здесь сделать. Себастьян, они над нами. Так. В укрытие, они вооружены. Давай, 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 давай. Вот так. Есть. Так. И держись давай. Пока нормально идем. Берегись, у них динамит. Это уже все? Да сейчас, ага. Кажется, это еще не все. Но я уверен, что это не все. Еще прут! Не геройствуй, отходи. Ой-ой-ой-ой. В маске. Есть. Подбили.
Вот так. Да, стойте. Да. Блин, хрен победишь. Берегись, у них динамит. Да. Ой-ой-ой-ой-ой. А ты беги. Кидма, нужна помощь. Черт, могло быть и хуже. Тебе стоит на это взглянуть. Давай взглянем. Блин, вот так надо как-то. Не могу открыть. Думаю, где-то здесь должна быть панель управления. У нас мало времени. Куда идут эти кабели? Я схожу. Говори, что делать. Опа. Давай, давай, давай. Да. Давай побыстрее. Так. Куда я должен идти? Давай, давай, давай. Куда? Думаю, где-то здесь должна быть панель управления. Вот она. Посмотри на панель управления. Там такие же циферблаты, верно? Ага, верхний и нижний. Выстави верхний на 22, а нижний на 5. Так. Верхний 22 на верхнем и 5 на нижнем. Выставил. Ты в порядке? Конечно. Это что за ерунда? Там вообще-то мое... Джозеф! Кидман! Так, теперь давайте посмотрим здесь. Что мы имеем? Статуэтка, она мне нужна? Нет. Так, ладно. Вот так, заходим, берем. Никого не боимся. Я уверен, что ключ тогда здесь тоже находится. И часть карты может здесь находиться. Только где тут искать нахуй? Все эти зомбики делись. Неизвестно, ладно. Не будем особо из этого переживать. Да. Ага. Я так понимаю, у меня вниз дорога назначена. Тогда подождите. До начала полностью уж вылечимся, раз уж на то пошло. В
взяли. Держитесь, я иду. Так, это мы тут сожгли, да, успели все-таки сжечь. Иди ты быстрее. Опа. Взял. Шокер, да, у меня была какая-то такая. Ладно. Предположим. Блин, что-то не успел взять или успел что-то взять. Куда они делись? Идем на огонек. Как мотылек, летим на огонек. Так учится, что это все механизировано, все это зомбятина вот эта вся. Открывать еще не попади вот в эту свадьбу. Подожгли. Вот этот, вот, вот этот может быть что-нибудь и даст. Это поинтереснее было. Но не факт. Полезность. Опа, взял. Так, ладно. О, гранаты там мне помогли, по крайней мере, с толстяком. Это очень хорошо. Пусть даже позади них и взорвалось. Джозеф! Не спеши, Джозеф. Мало ли кто там стреляет. Это будет как Винни-Пух. Идут ли словно потам и на свист. А если идут, то зачем? Так и тут тоже. Кидман, ты здесь? Опа. Да опа. Да опатушеньки. Я не понял. Подобрать. Нет, не хочу это плавать по этой жизни. Ушел и ушел. Да почему все в крови? Так думаете, что это кровь? Нет, грязная ржавая вода может быть. Это какой-то банальный стереотип. Волны побитые, неизвестные. Людей мучили, смотрите, руки-то прибиты у них. Так что... Опа. Один хрен. Сюда. Держитесь. Дорога сюда легла. Какой-то подопнуть, чтобы они вместе сгорели как-нибудь.
Подожди-ка. Чего? Себастьян! Да. Ой-ой-ой. Вы целы? Все в порядке. Пара синяков, все хорошо. Давай. На. Горите. Горите, твари. Правда, как я его лечу, за счет чего? За счет своих лекарств, если... Получается... Не жирно ли ему будет? Говори. Если бы не ты. Если бы не я, вот именно. Кто ты туда хочешь попасть? Там нету ничего. Похоже, дверь заперта с другой стороны. Себастьян, может поднимем эту штуку, а Кидман пролезет и откроет с другой стороны? Поможешь нам? Ладно. Да. Ползи давай. Сейчас вот так сожрут по-быстрому. Ну? Идем. Идем. Куда у тебя ключ? Пойдем. И почему ты так не могла отпереть? Ты не бежишь, просто идешь, ага. Я так рад, что вы живы. Странно. Почему они поймали тебя, а не убили сразу? Может, он решил, что я не опасна? Он? Опа. Сейчас он ее душить будет, давай. На этот раз куда? Опять эта дверь. Все в руках этих заляпано. Еще один. Так, приглашение на свадьбу. Детектив Себастьян Кастелланос и детектив Майера Хэнсон счастливы пригласить вас на торжество по случаю их свадьбы в субботу 17 сентября 2005 года в полдень, отель Варанда, Кримсон Сити. Давай, пойдем. Да, покачаться, дробовичок. Себастьян, вы что-то забыли? Я? Да нет, я пришел прокачаться. Вот так. Так. Оружие, дробовичок. Множитель урона, так, 16 тысяч, у меня остается еще. Множитель урона. Время перезарядки, не суть важно. Вот это мне критическое попадание надо будет. Так, тут у нас что? Патроны для дробовика. Запас патронов для пистолета, болты для агонии, так. Опа. Ну и все. Так, гранаты. Все понятно. Все ясненько. Все понятненько. Ну-ка,
Так. Угу, угу. Вот так вот. Новая ячейка. Все. Я пошел. Опять та же дверь. Что она мне там предвещает, эта дверь? Опа, мадам. Сюда пройти-то. Вау! Ты загоришься? Мадам, ну что вы, господи. О, патроны. Благодарствую. Я уже задумывался, где мне патроны-то искать. Мне не пройти, смотрите, манекен. Прекрасно. Прекрасно, я вам скажу. Еще одна такая ловушка есть? Не. Иначе бы я как ее обезвреживал бы. Кто там? Кто? Кто ты, кто ты? Ага. То есть от вас еще можно будет здесь бежать и поджечь. Да подожди ты. Да ж твою мать-то. Огня, смотрю, боишься. Это вот эта многорукая штука была. Это что такое? Так, ладно, я даже в этом разбираться не хочу. Так, вот она убежала. Хорошо, что я спички оставил. Дверь закрылась, все. А, казанская мушата насяна. Ага. Ё-моё. Чё-то тут не так. Марио такое.
еще. Блин, туда вниз ее хочу отправить. Сойдет. Ты сомневаешься, конечно, что это мне поможет. Куда ты пошел? Я ее загасил. Ха-ха. Блин, вот тебе и босс 80 уровня. Целых 8 тысяч не подобрал. Примерно так это все должно было выглядеть. Понимаю, они здесь не живут, потому что босс другой был. Ага. Нет, одна спичка осталась, я на вас ее тратить не буду. Опа. Приятный бонус, спасибо. Здесь спасибоньки. Да. Так. Домой. В анамнезе пациента задержка в развитии, проблемы в общении. Отмечены признаки синестезии. Наследственность предполагает восприимчивость к внешним стимулам и адаптируемость к паттернам. Неужели это тебя я искал столько лет? А ты нашелся прямо у меня под носом. Невероятно. Ошибки быть не может. Он совместим. Ааа!
И с чем он совместим? Так ты что, себя хочешь переселить в другого человека? Что за черт? Первый есть, второй уже. Вот так вот. Сколько вас? Один большой босс пытался несколько немаленьких. Может, когда-нибудь я увижу целую картину происходящего. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк, оставляйте ваши комментарии. Да. Ну, тем не менее, смотрите, этого босса, вот этого шестирукого, я загасил. Многорукую. Пока!